Привіт! Це Love Lovecar – проект про подорожі і стосунки. Чотири закохані пари катаються Європою. Ми в раю. Їхня мета – виграти гроші. Треба боротися до кінця. Але це не головне. Всі вони прагнуть вилікувати хворі стосунки. Ти можеш уже рот свій просто закрити? Перевірити партнера на міцність. Ти мені щось палець сломаєш. Вирішити – бути разом чи розійтися. Саме розходимось більше не хочу. Love Love Car – це тест-драйв для кохання. І повірте, це буде щось. От зараз просто починається от саме інтересне. Привіт, це Love Love Car. І поки ви вмощуєтеся, швидко нагадаю останні події. Мої мандрівнички побували аж у трьох країнах. Сьогодні ви їдете до містичної Румунії. Час вирушати до Сербії. Завтра ви їдете до сонячної Чорногорії, тож готуйте купальники. Погнали в Албанію! І вже третій день ми переживаємо головну драму сезону. Люба і Олег жорстко посварилися і опинилися на межі розриву. Розговор окончен, продовжати не хочу. Мене не купити, а ти продажна. Утім, вчора крига скресла. Вони почали вигравати і навіть потрапили у люкс. Що-то мені плохо спалося. Я так в палатки привик, що то не знаю. Сильно м'яко було. Це був наш перший люкс. Юшки, ми трошки дощ йде, блін. І саме сьогодні вирішиться доля стосунків Олега і Люби, і ви дізнаєтеся, чи залишаться вони на проєкті. Приїхали мандрівнички затемно, тож роздивитися готель змогли тільки вранці 15-го дня. А як же спалося у наметі новій четвірці? Для Саші з Євгеном це перший досвід за 3 тижні подорожі. Проснулися того, що йде дощ. Доброе утро, синочка. Доброе утро. Как это было душевно. Взлетит человек, да, вот нужный человек на самом деле. Ты там обнимаешь того нужного человека и понимаешь, как же классно, правда. Как тебе спалось? Отлично вообще. Решать тоже. Скажи. Мне нравится. Мне дуже просто спалось. Тут найлегше, походу, спеться за всі ці палатки. Слушай, кемпинг прекрасный, серьезно. У нас 4 душа, в которые можем сходить все вместе одновременно. Нельзя так говорить, но в палатке мне понравилось, вообще было классно. Ну все, значит, на постоянку. Меняем Лешу и Ксюшу. И наконец-то это свершилось. Везунчики, ничего не скажешь. По честным жителям намету Леши и Ксюши справді не щастило с умовами. Блин, опять дождь, не можем. Мы здесь в палатке, какой-то дождь идет. Зате зараз нарешті ніжиться у сухому і теплому ліжечку. Любой номер мені зараз подобається більше, ніж палатка. Тепленько, м'ягенько, не дує, мухи не кусають. Хорошо, кроватка. Це була лучша ночь в моїй житті. Встаю на завтрак. Я проснулся счастливый и довольный, то, что я спал в отеле, но хотелось поспать еще дольше, насладиться кроватью, но нужно было вставать на завтрак. Мы пришли с Лешей первые. Люба, привет. Привет. Алешка, привет. А где палаточники? Палатки. Очень долго ждали палаточников, они что-то там так долго собирались, долго шли. По-моему, мы быстрее из палатки собирались, да? А вже ж 4 рази поспіль були у лузерах. Набили руку на експрес-зборах у наметі. О, привет. Привет. И все ж начали. Как вам спалось? Как вам спалось? Извините, ребят, честно, в палатке настолько классно спать. Ребят, да охрененно спалось на самом деле. Парень с 3 палатками это самое прикольное. Через кемпинг. Вы все на месте, ребят, все обустроено. Согласитесь, потому что компания у вас хорошая. Да, и компания это просто. Рано півночі. Что минус, то что они дуже голосно говорят. На рахунок культури того, что спить у них, її просто немає. Вот такой. Раніше ці парочки недоліків одна в одній не помічали. Намет – це випробування для усіх стосунків, навіть дружніх. Як вам люкс, ребят? А ми сидимо та не общаємося ні з ким, між собою теж не общаємося.
Спасибо. Дальше, ребят. Вы как? Короче, у нас 5 или 6 спальных мест. И да. Мы спали в палатке. Если хотите, я готов принять любого из вас. О, как мило. Чого ж це ти, Льошу, став таким добрим? Певно, згадавши сьогодні фінальний день тижня. А отже, пара, яка отримає супербонус, може знову забрати у тебе лайки, як минулого тижня. Окончательне рішення, ми беремо 5 лайків у Льоші і Ксенії. А хвилюватися Льоші є чого. За кількістю зароблених на тижні лайків знову лідирують Саша і Євген. Зараз у них 24 лайки. Утім, цей тиждень був вельми вдалим для Люби з Олегом. У цієї пари 13 лайків. Далі у хвості Женя і Жанна з 10 та Олексій і Ксенія з 9 лайками. Однак не забуваємо, якщо Люба і Олег сьогодні озвучать рішення розійтися, вони залишать проєкт. І кому ж тоді дістануться усі їхні лайки? Ребята, сообщение. Давайте сюда. Сообщение, слухаем. Чего? А? Доброго ранку, мандрівнички. Чи знаете вы назву столицы Албании? Тирана. Да, Тирана. Можливо, дехто вважає, що Тиран тут я. Типа, вы думаете, что вот я тут такой диктатор, там, лишаю вас лайков, и такой жесткий, там, принципиальный. А себе сбоку бачили? Може, и серед вас є домашні диктатори? Ребята, извините, мне кажется, это Олег и Люба. Вы просто не можете найти какой-то вот... какую-то золотую середину. Вы друг с другом спорите, да? Ссоритесь. Ну, естественно, все начали рассказывать, как Олег подавляет Любу. Олег, ну вот ничего личного, ты больше подавляешь Любу. Она очень тихая, спокойная, веселая, разговорчивая. Странно. Представляешь, я веселая. Вообще 2 дня не знал, что она умеет разговаривать. Интересно. Думаю, ну, что-то. Вообще думали, что Люба первые 3 дня вообще немая какая. Знает 10 слов, как Элочка-людоедочка. Згоден. Олег поводився не по-джентльменськи. Закрой свой. Але ж подивіться на нього зараз. Видно, що старається. Чи це лиш я помітив? Мене тираном дійсно можна назвати. Він искренне вірить, що він все робить тільки во благо, щоб допомогти Любі. Ці ногті краще для неї, ці брови, які я роблю ниткою, краще для неї. Те, що говорю я, це для неї краще. Ну, у нас різні точки зору. 2 сапога пара, в принципі. Короче, тут такой бардак на самом деле, что прям... Мы заметили, кстати, мы заметили. Разобраться. То 10 раз уступишь, то 5 раз не хочешь уступать, то вообще там 500 раз промолчишь, а потом один раз так выскажешь за все 500, что даже не знаю. Ну и вот я, например, в наших стосунках тоже керующий парадом, але я не, блин, я не валю Жанну там, не подавляю ее. Ну, если бы таке было, то я бы швидко це все обрубала. Так само, як і він. Він не любить жінок, які скрикливих і які себе корчить, так само, як і я. Ми завжди радимося, і завжди є якісь компроміси. Здається мені, Женю, ти або лукавиш, або себе з боку не бачиш. Я пам'ятаю чимало випадків, коли ти всерйоз пресував Жанну. Жанна! Я не можу з тебе, серйозно! Чи воно відкривається? Ну йо-моє, ну якого хрена я маю ще шукати якісь гроші срані? Ну. А інші що скажуть? Я тиран на роботі, я тиран однозначно. Не тільки в роботі, і вдома теж буває. Я тиран страшний. Просто примір. Поки ти не похудієш, я буду тебе унижати, гнобити. Йому ніколи нічого не хорошо взагалі. Льоша ніколи і нічим не буває доволен. Ну, грубо говоря, там, знаешь, какую-то там где-то поддержечку, рука не туда пошла, да никто не заметил. Я заметил, все должно быть идеально. У нас настолько, ну, был такой грандиозный конфликт. Мы репетировали в ночном клубе, я сказала, не могу, не буду. Снял тапки, начал за мной гоняться и бросать меня тапками. Но это реально жить мешает, у него все вокруг дебилы. Дай людям право быть такими, какие они есть. Быть глупыми, не уметь там чему-то научиться. Ну вот так люди другие. Идеально никогда не бывает. Бывает. Это невозможно. Мне было пару раз, я тебя хвалю. Даже Мадонна, извини, меня взяла и упала на концерте. Ну так она же не каждый раз падает на концерте. Ну так и я не каждый раз туплю на связках. Каждый. Ясне діло, що не хотів показати, яка вона ідеальна пара, але я дуже багато проблем у них бачу так з сторони. Чувак реально тиран. Мені здається, що Ксюша много чого іншого могла би сказати, але вона боїться просто зачепити Льошу, бо потім типу, будуть проблеми. Знаєте, Льоша сам по собі такий нетерпимий, а раніше він був сверхнетерпимий. Ну, мог мене обозвати там овцой. Вообще, вот вообще там овца это просто моє второе ім'я було. Взагалі диво, що Ксюша так довго витримала, цілих 10 років. Може, ситуація і покращилася, але Льоша і зараз багато собі дозволяє, що і привело цю пару на проєкт. А тим часом дійшла черга виговоритися Саші з Євгеном. Я вон б'ю Саню цілий день, знаєш, б'ю. Ні, ну ти в отношеннях, іменно, от хто в отношеннях більше такий?
Тиран? Тиран, как диктатор. Так сказать? Ну, бывает моральный диктатор, поэтому бывает физический. У Саши, наверное, больше диктатор. Я сильнее морально, да. Я никогда не буду там унижать, как-то оскорблять, но могу подавлять просто там своей самоуверенностью какой-то. Что человек начинает чувствовать себя менее уверенным в себе. Просто в целом нужен человек либо равный мне, либо сильнее, чем я. А Женя, мне кажется, более равный мне. Ребята, кто из вас больше эгоист в паре? Просто интересно. Да, я, наверное, эгоист. Я могу иногда разговаривать таким командным тоном, быстро тараторить. Ну, добре, що хоч визнаєш. Ти, Сашо, ще той диктатор у спідниці. Однак всі помітили, проект їм на користь. І Саша стала набагато м'якшою. Для мене іноді буває важливіше там робота, ще щось. Ну, там, я могу с ним встретиться, или там будет выбор пойти куда-то поработать, я могу выбрать пойти там поработать. Что у вас? Раньше помириться я не могла, кстати, вот, а сейчас наоборот, по-моему, все время, да? Ну, как бы нет, не, не все время. Мы быстро миримся, но обычно чаще Женя был там инициатором, сейчас я часто уже... Всегда прав, понял. Угнетать как-то, ущемлять чем-то, ну, это не отношение, это какая-то хрень собачья. Это вообще у человека, мне кажется, с головой не все в порядке. Що ж, тема дня, як ви зрозуміли, тиранія. Радий, що всі відверто визнали власні недоліки. Усвідомлення проблем – крок до їхнього вирішення. Думаю, наступний челендж теж змусить задуматися, бо покаже, наскільки впертим і дурним домашній диктатор виглядає збоку. Ми приїжджаємо на челендж в якесь поле. Ми смотримо, такі сапожки стоять вистроєні. Я думаю, блін, ну це по-любому в якому-то дерьмі ще треба буде колупатися. Там стоять ослики. Після потяги. Тож ослики я бачила перший раз в житті. Такі няшні просто. Я знаю, що вони говорять «я» і все. Це все, що я знаю про ослов. І те, що вони уперті. Я внутрішньо зжалась, тому що з животними на цьому проєкті у нас ну реально не заладилось. Пам'ятаємо, пам'ятаємо. Я не можу, Ксюша. Албанія – справжня житниця Європи. Тут вирощують смачні органічні овочі і фрукти. Я відправив мандрівничків на місцеву екоферму. Челендж проведе її власник Кастріот Фасі. Hello, guys. Hello. I have the pleasure to introduce you Доку and Локу. Я хазяїн, собственно говоря, этих, ну, не знаю, этих полей, этих ослов. They are going to help you to reach your aim, which is to collect 7 watermelons in 2 bags. Нужно было собрать по 7 арбузов в 2 мешка, перевязать их. Арбузы должны быть обязательно помечены сердечком. Погрузить на осла и донести на осле до точки и вернуться назад со ослом и вернуть хозяину осла. Ну, я таки думаю, да ладно, что за хрень, типа, это легко. В принципе, все понятно. Are you ready for the challenge? Yes. Yes. Ну, раз все зрозуміло, вирішуйте, які пари будуть першими. Ну що, ребятки, давайте первыми. Думаю, так, от, наверное, лучше пойти первыми. Осли устануть, ми їх як-то там напряжем сильно, вони взагалі откажуться йти. Ну, з нами, хто хоче. Давайте ми хотим. Сами пропіть, да? Ну, буде інтересно. Женя очень хотел постреноваться с Лешей непосредственно. В силу какой-то конкуренции, в силу чего-то, какого-то спортивного состязания, мне просто было интересно. Если проигрывать, то вам. Так. Достаточно сильная конкуренция, но мы сами этого хотели. Що ж, визначилися. Нагадаю, кожній парі треба зібрати 7 маркованих кавунів у 2 мішки. За допомогою ослика доправити їх на інший бік поля, залишити там баштання і повернутися назад. Обов'язково з віслюком. Переможуть ті, хто найшвидше впорається з завданням. На старт, увага, руш! И кинулись к этим арбузам. Саш, найдешь, крикни? Да, я нашла. Иди сюда. Ну, пока по полю ходил, искал, какой кому хороший, какой плохой. 4, 5, 6, 7. Нашла все. Блин, Саша, остановись, ё-моё, куда ты? Подожди, я еще ни одного не нашел. Вы уже нашли. Все очень реально наблюдательно. Я сразу их собрала. Вот просто за секунду все 7 арбузов. Заводи его. Завожу осла. Та, который не жрет. Вот этого давай. Сколько у нас? 3. И Леша нашел еще остальные арбузы. Да блин, что ты не подготовила мешок? Иди за ослом. Сашка, берем осла, идем. Тут я поняла, в чем сложность. Он тупо не шел. Хола, хола, хола. Саш, попробуй сбоку. Я оторвалась. Ой. Ну, осел у меня вырвался и просто убежал обратно к старту. Ну, благо, там он побежал сразу к хозяину, хозяин поймал, и опять мы, короче, натянули на него намордник. Я сразу понял, что, блин, 7 арбузов, ну, в среднем арбуз 5 килограмм, да, 5-6, 42 килограмма я с легкостью, в принципе, перенесу.
Сила є, розуму не треба. Наступного разу бігтимеш поруч з автомобілем, щоб швидше дістатися готелю. Віжу цель, не віжу препятствий, думать ми не любим, не умеем, ми красиві і накачані. Вот. Леш, переложи арбузи, не надривайся. Я з цими арбузами. Та й була наша ошибка, все-таки нужно було нав'ючити на осла. Що за бред, я не розумію. Тобі ж все одно того ослика придеться тягнути, яка різниця, чи він буде з вагою чи без, ти ж на руках несеш. Женя, ложи быстрее, иди сюда, ложи. Я решил, короче, закинуть мешки на осла этого. А все, сейчас. Иди, ложи. Вместо того, чтобы привязать там мешок к мешку и закинуть на осла, я протянул нитку эту между мешками. Давай, ложи. Он быстрее пойдет, ложи. Давай. Пойдем. Его чуть не прирезал, то осла, понимаешь? Это хорошо, тебе было, что он осла перетеляет на две частины, одна частина побежит вперед, другая лишится сзади. Давай ты, ну! Не, ну я видел, что ему было очень неловко, некомфортно. Ну возьми уже на себя мешки, ладно? Он закинул себе на шею и передавил себе просто всю шею, натер. Еще один разумненький. Ну, подивимось, який из двух вислюків швидший, Леша чи Демьянов. Айда. Айда. Нужно как-то заинтересовать осла, чтобы он шел. Думаю, я буду манить его травкой, а он будет ко мне идти. Айда. А с осликом была полная любовь и взаимопонимание. Айда. Я начала тащить просто со всей силы. Мне было все равно, что он опирается. Я думала, я его убью, там, этого осла. Серьезно, очень разозлилась на него. Я тебе сейчас дам по голове, понял? Пошли. Я осла перла жестко, серьезно, очень. Она сильно просто вот так вот. Боже, когда ослик начал орать, мне стало плохо. Серьезно, я думала, я умру, и я уже вот так вот все, говорю, я не буду его тащить, серьезно. Такой ор был, мне аж страшно было порой. Происходит там вообще. Ему не больно ничего, что на нем каждый день возят миллион там килограмм этих арбузов, и он к этому привык, и он просто типа вредный очень. Типа он упирается, не хочет идти, его бесит, что мы его тащим, все. А я думаю, они смеялись нас, потому что это было что-то с чем-то. Крики просто какие-то. Идем! Женя, быстрее, помоги мне! Жень, быстрее, тури сюда! Алексей, как очень сильный мужчина, сразу же дотащил эти арбузы, очень быстро туда выгрузил. Подбежал к Ксюше, лучше бы я не подбегал. Давай ты. Осел перепугался, наверное, этого бородатого дядьки и просто перестал идти. Айда. Начал сопротивляться, он начал упираться, мы его начали вдвоем тащить. Ксюша, айда! 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 И начали с таким отрывом классным. И тут мы поняли, что ребята нас уже догоняют. Они, походу, вместе поняли, что это сговариваются? Только у Леши с Ксюшей начинал бежать, а все, у нас тоже начинал бежать. Наш останавливался, их тоже останавливался. Какое-то соревнование осло, наверное, больше, потому что они сами там решали, кто газует вперед, кто остается позади. Айда. У ребят включился такой спортивный азарт, они просто, что Демьянов, что Леша, схватили этих ослов, как потащили их. Мы сейчас просто придем одновременно. Ослик просто вот так вот упирался четырьмя лапами, и Леха как плугом просто вскапывал им землю этим ослом. Ну, обратно? Арбузы выгрузить. И обратно. Выгружай. Тогда мы обратно. Но у меня арбузы уже выгружены, а у ребят арбузы еще здесь. Ты выгрузил, ты выгрузил арбузы, арбуз надо выгрузить. Выгрузил. Жень, выгружай. Ну. Давай, я пойду с ним, выгружай. Начали мы его тянуть назад. Айда. Тяжелый. Айда. Должно было быть вроде проще, но ни хрена не проще. Пойдем до папы. К папе пойдем, папа твой там. Что я с ним только не рассказывала? Я ему рассказывала, что он мой сынок. Я ему рассказывала, что ну пожалуйста, еще шажочек, там твой папа ждет. Идем, мой сладенький такой сыночка. Давай, ослики, пожалуйста. Уже там дотащили до финиша почти. Он снова вырвался. Тихо, держи! Не пугай. Я не знаю, каким чудом у Саши получилось, потому что она его как-то приголубила, может, не знаю. Он ее послушал, остановился. Давай. Не, стоп. Мой осел запротестовал и просто стал в трех метрах от финиша.
Браво, браво, команд, команд, браво, 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 браво. Эй, грейт. Дотянули мы первые все-таки, как ни крути. Ну ты бокс на ферме, реально. Ты вот насыпаешь просто. В итоге мы отстали. Пойдем, хороший. Пойдем, сладенький. И пришли вторые. Льошо, а не думав, що ти теж впертий, наче віслюк? Є дві думки – твоя і неправильна. Задумайся, яким тебе іноді бачить Ксюша. Я завжди він так задихався, замучився, думаю, боже, чоловіче, я, певно, більше сили маю, ніж ти. Що це просто було, якщо чесно? На фізичних завданнях знову здох. Ну, типа, це класика, це ні для кого не новина. Ти так устал, коли його тащив? Я ж його вела взагалі легко. Капець. Ну, нічого. І, блін, і все одно ми вторим. І не факт, що вторим. Була надіжда, що следующая четверка хуже справится. Мы собі типа свої висновки зробили, подивилися, як вони це притягнули. Ми стартанули. Як завжди, теж по своїй класиці впав. Вот он куда не побежит, там и упадет. Ну, реально, человек просто с очень интересной судьбой. Я сразу же допустил ошибку. Первые пары побежали вот туда, куда и я побежал. И арбузов там уже не было. Олег этот не видит этих арбузов помеченных. Олег, на, вот! Один, два. Зеленое сердечко. Вот этот. Я только стояла, там их искала. Один, два. Давай. Ми з Жанною просто швидезно знайшли ті кавани. Ще один, ваш? Я і тут, все. Все, все. Давай сюди, давай сюди. Нормально, тихо. Олег з Любою на той час вроді лише два кавана позбирали. Сколько там мешки? Два надо ще. На, вот один ще, і вот второй. Ми на этом время потеряли. Ну все, б***ь, не хватало проиграти їм. Взяла подвійні. Потрійним вузлем біжи. Я знав, що мішки треба скріпити разом, бо якщо їх кріпити так, як Дем'яну, тоді переріже осла на дві частини. Поки ми перев'язували ті мішки, Олег з Любою нас догнали. Давай, 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 кидай. Так, кидай, кидай. Накинув ті мішки на осла і побачив, чи повірилися ну, двох попередніх пар. Вони охреніли. Перекинь йому, так. Назад, назад. Ще. Ох, Женно, ну ты и сила. Все, все, все. Во. Я сразу понял, что самая большая сложность будет именно тянуть осла. Идем, идем. Харя. Идем. Ходим, ходим. Как его хлыстнул, что он как рванул, в общем. Лек сразу сообразил, взял лозинку, а до чего мы не додумались. В принципе, он неплохо шел. Туда еще ладно, сейчас пусть попробуем назад. Да, да, без мешков посмотрим. Мы почти уже все прошли, и тут стал этот осел. Вот стал тупо и стоит. Вот. Айда! Айда! Ну не хочет Олег! Реально осел, это Олег, когда упертый, вот серьезно. Любо, бери на озброєні ідею Олега. Коли буде надто впертим, різкою його, різкою. Было очень тяжело. У меня икры, они просто горели, когда я тащила этого осла у порта. Дотягнули до кінця осла, майже до кінця. Я побачив, що типу немає чим розв'язати ті мішки. Точно, ножик! Біжи! Жанна там знову як кіборг побігла. Я не зупинялася ні разу. Я так задихалася, що думала, що просто свої легені викашляю, серйозно. Во! Харя! Люба, в конце концов, до конца довела осла. Давай, я держу. У меня сил не было. Я думаю, господи, еще назад его тащить? Лучше бы я гребла, еще бы 2 км прогребла, чем осла тащила. Я хотела просто упасть посреди поля, а потом подумала, что ну, все прошли его, и всем было тяжело, они же не бросили. Я ще цим ножем розв'язував кавуни, а Жанна вже тягнула осла назад. Ну і реально сверхенергія якась. А що ти тягнеш, що сьогодні закінчиш? А разве так? Да, так пускай він закінчить, і тоді тягніть вместе. Давай, давай! Слышиш, куди ти пішов, якщо ти ще все не вигрузив? Слушне зауваження, Олеже. Челендж виконуємо разом. Тут Олег з Любою нас доганяють. Давай, давай, давай! І тут Люба фіачить того осла ззаді, і осел починає бігти вперед таким ривком прям. Давай! Поворачиваю голову, вижу, бежит осел.
Олег за ним не успевает, рядом бежит Люба, и вот так вот шлепает этого осла по жопе, и они просто прискакали на этот, на финиш, просто не знаю, как быстро. Давай! Думаю, в Люби просто кращий досвід спілкування з впертюхами. Браво, 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 браво. Well done, давай, давай, на. Браво. Ребята очень быстро справились, и мы сразу понимали, что ну, мы какие-то там вообще последние. Люба, поступися. Я вже там здихав, чесно кажучи. Мені здавалося, що зараз той осел мене вже буде нести до кінця. Давай, 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 давай ще трошки, давай. Чуть-чуть. Фу. Фізично, морально було важко осликам не нам. Тому таке діло. О, бідненький. Що ж, дізнаємося, хто був найшвидшим. Are you ready? Yes. Okay. Ти був на третьому місці, ти ж упав на коліна, коли тягнула осла назад. Сеня і Олексій, 10 хвилин і 28 секунд. Починаю ржати. Дивлюся на їх лице, його самовпевненість, що він буде на третьому місці, так внезапно на очах падає просто. The time for couple Саша і Євгеній is 9 хвилин і 51 секунд. Запороли за конкурс. Женя і Жанна, your time is 8 хвилин і 31 секунд. Неплохо. Ми були довольні. І плюс ще Льоша на останньому місці. Що може бути приємніше взагалі? And the time of Люба and Олег is 7 minutes and 57 seconds. Ми обратно виграли. На хвилі перемог останніх днів Люба з Олегом взагалі забули про свої чвари. Але я боюся, що впертість таки візьме гору над крихким єднанням. Вже ввечері вони озвучать, чи лишаються вдвох і на проєкті. До вирішальної вечірки тижня ще є час, тож пропоную насолодитися Шкодером. Це місто на півночі Албанії, розташоване серед мальовничих гір та озер. Кількасот років тому воно було неприступною фортецею. У Шкодері дуже багато гарних місць. І щоб встигнути оглянути їх, я розділив пари. Прийшов час для вкусняшок. Мы поехали на мост Месси. Вот открывается такой вид красивый. Это горы, это устье. Очень красиво было. Мы с Женей поехали в крепость Розафи. С виду, снаружи, очень красиво это все выглядит. По легенде, было три брата. Они хотели возвести крепость, но она постоянно рушилась. Они решили, что нужно принести жертву. Это будет первая женщина, которую они встретят. А это оказалась жена младшего брата. Как-то обидненько, нет? И она не была против. Она сказала, конечно, замуруйте меня в стенах этого замка, только оставьте мне возможность кормить сына грудью. И все, она умерла там вместе с сыном, конец. Вообще какая-то история жутковатая, правда? Мне кажется, люди тогда были очень странные, да. Жені з Жанною дісталося найбільш оригінальне місце – фабрика, де роблять венеційські маски. Так, вона справді в Албанії. Приїхали, стоїть якась заброшка стара. Ми думаємо, що це таке взагалі? Типу, що там може бути? Ми відкриваємо двері, відкривається така яскрава, шикарна картина. This is the showroom of the factory here. This is a part of models we have created. Найбільше нас вразило те, що венеціанські маски робляться в Шкодері, блін. Шикарно. Да, дуже класно. Ви вирали, яка маска похожа на конкурентів. О, Льоша там. Да. О, на лінь. Ідеальна асоціація, серйозно. Я думав коня вибрати. У нього зуби, як у коня, але ну, не було того коня, прийшлося оленя вибирати. Не певен, що у Льоші є такі роги. Впертий віслюк – більш точне порівняння. Та й Ксюша зі мною згодна. Тема тиранії у відносинах нагадала їй про старі образи. Ти завжди знаєш, що краще для мене, краще, ніж я. Наприклад?
Так ты точно не должна заниматься психологией. Я понимаю, что психология будет отнимать у тебя время, которое ты можешь потратить на развитие в актерском и так далее. Я должна тратить время туда, куда я хочу. Это же мой путь. Я должна пройти его, сделать какие-то выводы, потому что ну, тогда это буду я. Я начинал отношения с артистом, не с психологом. Я бы, скорее всего, не начал отношения с психологом, потому что для меня очень важно смотреть в одном направлении в отношениях. Ты никогда не скажешь прямо «не занимайся психологией». Ну ты высмеешь ее, будешь высмеивать. Нет, почему высмеивать? Фразочки, шуточки. Так вот монотонно бить в какое-то такое больное место, и ты сам начнешь сомневаться. Это шаг манипуляции. Человеку нужен работа. Простор для действий. Он должен сам решать, чем ему заниматься, сколько ему заниматься конечно. И когда заниматься. Последний год я себе как-то там выгрызла какое-то право решать что-то там самой и поступать так, как считаю нужным. Я поверила в себя, в то, что я могу очень много. И я на самом деле намного сильнее, чем я думаю. Олексій і зараз надто подавляє Ксенію. Саме з цією проблемою пара прийшла на проєкт. Щоб зберегти своє «я», Ксюші слід не боятися проявляти характер і запастися терпінням. От і настав час підсумкової зустрічі. Саме сьогодні я дам супербонус парі, яка стала лідером тижня за кількістю лайків. Зібрались, щоб підбити ітоги тижня. Але спочатку хочу послухати мандрівничків. Що змінилося в їхніх стосунках за останні тижні? Чи вдалося поглянути одне на одного новими очима? Все поділилися якимись такими відкровеннями. Ксюша для мене, звісно, відкрилася з більш жінственної сторони. Все-таки вона жінка в першу чергу, а не спортсмен в юбці, да, як я привик. Мені больно! Потерпи! Вставай. У нее есть свои слабости, и мне с ними приходится как бы мириться. Да? Вот. Больше помогать, больше брать на себя вот этой всей физической силы. Поэтому на это мне нужно обращать внимание и все-таки больше ее беречь. Меня, конечно, очень удивил Леша. На самом деле очень классно, когда мужчина считает свою женщину слабой. Я думаю, что в его глазах она приобретает какую-то такую особую ценность. Сподіваюся, Льоша говорить щиро, а не тому, що Ксенія хоче це почути. Поживемо, побачимо. Євгене, Сашо, а у вас є зрушення? Кожен день в місті, знаєш, ну я реально кайфую з нею, правда. Я могу честно сказать, столько, сколько за мной ухаживает Женя, наверное, никто не ухаживал. Ну, правда. Я не забочусь полностью, она это принимает. То есть, как бы она сейчас вот, начинает доверять мне уже больше. Не знаю. Я, наверное, вот первый раз в жизни вот просто реально поддаюсь, он там все делает. Я уже даже привыкла, уже думаю, вернусь в Киев, это все самой придется делать. Хотя я была уверена, что меня это будет бесить, вот всегда, вот, по сей день. Мне вообще не надоело, еще не бесит. Это ты даешь мне знать, да? Да, я тебе даю знать. Если ты ухаживаешь, меня не бесит. Ухажу, ухажу. Сашка стала однозначно нежнее, потому что она у меня уже узнала больше. И больше открывается теперь ко мне. Ну, мы уже вот полностью, мне кажется, открыты друг другу. Они испытывают друг к другу очень такую большую нежность и заинтересованность. Шутить Женя не перестал, но в серьезных вопросах, да, перестал. Перестал меня это бесить. Поэтому мы наконец-то вот сейчас серьезно разговариваем. Это обычно какой-то серьезный вопрос, какой-то свой шутки. Думаешь, шутка? Вот это конечно. Да, это примерно так и выглядит. Это хорошие шутки толковые. Я не вижу в нем ни одного минуса на данный момент. Вот взять там, да, чашу весов и поставить каждого из участников, и поставить туда Женя, Женя будет всегда вот именно перевешивать. Вот любого, вот в любом качестве. За цю парочку дуже радію. Видно, що стараються заради стосунків. Саша стає ніжнішою, а Євген – серйознішим та відповідальнішим. У мене стосунки теж у пріоритеті. Інші там, завдання, лайки, всі діла – це вже йде там, друга річ на цьому шоу. І прийшов сюди потестити нас, грубо кажучи. Женя мене потестує на силу просто. Мені було б дуже цікаво подивитися на максимум, що Жанна взагалі може від себе показати в різних життєвих ситуаціях. Чи в майбутньому взагалі в нас є якесь майбутнє разом, чи ми різні. А морально і фізично Жанна стійкіше оказалася набагато, чим я думав. Ну, сподіваюся, Жанна дочекається жаданої обручки. Чи всі ці хвалебні оди так і залишаться словами? Як у вас з отношеннями зараз? Я пара, ви не пара, або як? Было интересно, вы вместе, не вместе. Потому что по правилам проекта, если вы не вместе, ну, извините, вы едете домой.
Рішення Олега і Люби всі чекають, затамувавши подих. На початку тижня між ними розігралася справжня драма. Дівчина вирвалася з-під надмірного контролю свого тирана. Олег сприйняв це агресивно. Ти кончена позоріша. Дай я сфоткаю. Я сказав, я навіть прикасатися к ній не буду, це постороннє вже. Утім, останні дні обидва багато думали про майбутнє і навіть продемонстрували злагодженість. Низка перемог об'єднала Любу з Олегом, і сьогодні вони вперше спокійно поговорили. Я волнувався, скажу чесно, волнувався із-за всіх ситуацій, ну, тобто, то, що між нами було. Поболтаємо? Посекретничаємо? Тяжеле рішення, на самом деле. Ну, я знав, що це для неї важливо. Ну, у нас были, конечно, скандалы с тобой, но с такого, как в этом шоу, я от нас не ожидал, на самом деле. Я от тебя не ожидала, Олег, вот реально. Ты просто не знаешь, как я себя сдерживаю иногда, чтобы не ответить тебе так же сама, как ты мне. Я своим поведением тоже очень сильно опозорился. Я считаю, что сдерживать себя нужно. То, что я не смог это сделать, это мой большой минус до этого. Мы сегодня даже не скандалили. Да, я бы хотел, чтобы дальше все продолжалось таким же темпом. Мне важно с тобой тут быть одним целым, и мы сюда приехали не ссориться. Ну, и все-таки я решил тут остаться для нее. Давай, Люба, не будем больше начинать эти скандалы вместе, да? Честно, вот хочется верить в его искренность. Я не знаю, как будет дальше, Олег, но попытаться, вот хотя бы знаешь, с этого дня, наверное, стоит. Надеюсь, что это не он сегодня просто, знаешь, захотел вот так вот себя показать, какой он может быть хороший, а то, что он реально поменяется и не будет больше такого. Мы приняли все-таки решение дать шанс нашим отношениям. Що ж, для мене це найприємніша новина. Завжди радію, коли кохання перемагає. Утім, чи справді вони і в першу чергу Олег готові мінятися заради стосунків? А ти ще жалієш, що ж як ти поступив, чи ні? Смотри, я жалію агресії своєї, сквернослові. Правильная вот в этом плане моя позиция, это идиотизм, вот так вот реагировать. Я, честно, в шоке, что он за ужином сегодня, знаешь, хоть что-то признал. Вот на него это не похоже. Вот особенно при людях, он не делает такого. То, что Олег вообще говорит это вслух, это уже, честно, круто. Наверное, люди, если любят один другого, они должны пробовать, стараться. Данный этап наших отношений мы его продолжим. Я искренне желаю ему, чтобы у него все получилось, потому что так жить, как он живет, с такими принципами, это просто невозможно. А ногти разрешишь ей нарастить? Да, конечно, разрешу. Конечно, разрешу. Красавчик. Да, да, да. Попробую. Не то, что попробую. Хотите, Инстаграм скачаю. Серьезно, Олег, блин, я на тебя подпишусь, буду лайкать. Смотри, как люкс меняет людей. Да? Люкс и победа. Большой респект, реально. Вот молодец. Вот я просто надеюсь, что Олег этот поменялся не для, знаешь, вот зрителей, которым он рассказывал это все. Знаешь, он действительно вот что-то понял и поменяется. Примириться, наверное, это больше идея Олега, чем моя. Ну, и я понимаю, как ему обидно, но мне до сих пор очень сильно обидно за то, как он поступил. Ты даешь ему шанс? Если даешь шанс, то ты лучше сразу. Или не даешь шанс? Ну, ты реши. Ну, ты же взрослая, никто же тебя ни к чему не принуждает. Это не значит, что... Ты либо даешь, либо не даешь. Все просто. Справді, Любо, Олег своє бажання озвучив. А ти знайдеш в собі сили забути образи і почати з чистого аркушу? Я согласна дати другий шанс нашим отношениям. Ура! Все, ви раді. Следующую неделю, да, там, или там, еще следующие две недели, посмотрим, вот как вот мы справимся с этим, знаешь, там, простим друг друга за это или не простим, сможем дальше в хороших отношениях быть или нет. Вы это делаете реально ради проекта или нет? Нет. А ради чего? Ну, чтобы помириться. Ну, хорошо, тогда рады за вас. Ну, вообще, на самом деле, они умно поступили, но такой шанс дается тоже не каждый день. И пусть попробуют, может, еще задания как-то, которые будут, помогут им реально, не знаю, сойтись, сконнектиться лучше. Олег сегодня меня прямо очень, прям
круто порадував. Що ж, видихаємо. Олег і Люба разом, і вони продовжують участь у проєкті. Давайте за можливість, за вміння давати друг другу второй шанс. Ура! Тож тепер можна і тижневий бонус розіграти. Ждали подлянки очень. Очень ждали, прям думали, ну когда же уже придет эта финальная смс. У меня сообщение. Так, дайте я почитаю. Ты всегда вечно все читаешь. Я постоянно никогда не читаю смски. Ну что за фигня? Все их читают, а я не читаю. Вітаю, мандрівнички. Сьогодні 15-й день на лав-лавкарі. Отже, підрахуємо результати. Зараз турнірна таблиця у нас така. У Євгена і Саші 25 лайків. Далі з дуже великим відривом йдуть Люба і Олег. У них 15. Женя і Жанна 11, Ксенія та Льоша 9 лайків. Саша та Євген, вітаю! Ви знову стали героями тижня. За кількістю лайків ви заробили їх цілих 7. Зараз у них обратно їм скажуть забрати лайки, то це точно будемо ми. Я захоплююся вашою злагодженістю і даю вам шанс проявити благородство. Блін, я читаю ту смс-ку, у мене просто я починаю все удивлятися все більше і більше. Даю 15 лайків, які ви можете розподілити між парами на свій розсуд. Здивував? Бачити, маю не лише підступні бонуси, але й подібні перевірки на людяність. Минулого разу Саша з Євгеном забрали у Льоші з Ксюшею 5 лайків і додали їх собі. Через це усі пересварилися. В своїх глазах ви себе оправдуєте, і я вас не люблю. Ви коли будете когось з нас забирати, то так же оправдуєте Саша. Вот когда я буду, тогда ты мне скажешь, хорошо? Ти будущий мужчина, ведешься як маленький ребенок. Побачимо, чи захочуть Саша з Євгеном виправити ситуацію. А може розділять лайки між собою та друзями? Таке, ну, ого, окей. Ой, слава Богу. Бомба, мені от це подобається вже, кстати. Так, 5 разів. Я дуже обрадовалась, думаю, слава Богу, ні у кого нічого не відбирати. Давай підемо, ребят, извините, пожалуйста. Да. Сань, пойдем, ну реально, это не шутки. Мне кажется, сейчас позвоню своему юристу, и правильно надо все определить. Я все-таки верил в то, что они реабилитируются в наших глазах. Упал вот соревновательный дух. Мы понимали, что ну, мы не догоним. Ну, именно каким-то обычным способом зарабатывания лайка мы уже вообще никого не догоним. Ну, давай поровну просто всем, чтобы всех было поровну. Чтобы поровну всех вывести? Да. Можно, да. Так, решили в целом сравнять счета, чтобы всем было интересно дальше продолжать борьбу. Олегу 16, минимум по 2. 16, и тогда, ну, тогда любая по последним. Мы решили, что нужно отдать в первую очередь по 5 лайков тем, у кого их забрали. Все, мы распределили. Ребят, мы выбрали все это. Я считаю, что мы все правильно разделили. Ну, я рассчитывала там хотя бы на 2 лайка, знаешь. Хрен вам всем. В общем, ребята, мы распределили так, что примерно, чтобы все были рядом, но дали больше лайков Жене и Жане, потому что как бы мы с ними, ну, дружим. У них было на 2 больше лайков, чем у ребят. Мне, например, в приоритете, чтобы Женя и Жанна были впереди. То есть мне лучше им помочь. Это было справедливо. Они просто не захотели чипать цех танцорів, чтобы они потом не воняли и не плакали, и все. Леша с Ксюшей дали 7. Я такая, ничего себе. Потому что, чтобы не догнали Олега или с Любой, вот. Решение было очень правильным. Снова есть какой-то стимул, мы не пасем вроде как бы задних, а как-то уже со всеми в ногу идем. И Люба с Олегом 1 лайк. Да. И тут я просто поплыла со стула. Мне было просто обидно. В последнее время вы очень даже. И что? Нам было одинаково тяжело, как и вам. И все, и Жанне, и Жене, которые тупят на каждом конкурсе, знаешь. Я считаю, тут никакого нету подвоха. Это правильный, хитрый ход. Вообще решили всех примерно на один. Ну да, вы выровняете. Да, чтобы всем было, ну, интересно. Ну. Короче, нагнать аппарате спортивный интерес. Спортивный интерес, конечно. Они уверенно остались лидерами, а нас всех уравняли. То есть вы тут ковыряетесь, а мы будем на вас смотреть сверху. Я дуже довольна, я просто... Я вас люблю. Купатися тебе ще ні? В море відкрите. Подивимось. Цікаве рішення. Показує, хто кого любить. Турнірна таблиця суттєво змінилася. У Євгена і Саші 25 лайків. У Жені і Жанни їх тепер 18. У Люби з Олегом 16, у Ксюші та Льоші теж 16. З новими розкладами вже не так очевидно, хто вийде у фінал. Я себе бачу в фіналі з Дем'яновим. Лише. По інших варіантів не прикидаю. Але не поспішай. Ти ще не знаєш, що я задумав і які несподіванки чекають вас попереду.
борьба продолжается, и борьба достаточно накаленная. Да. Короче, хорошее окончание хорошей напряженной недели. Погнали. Это классно. Эта неделя заканчивалась очень благоприятно. Вот так, для всех с хорошим настроением. Мы все, в принципе, помирились. Строй на следующую неделю снова бороться, снова рвать, снова метать. Вот. Еще впереди, я думаю, много чего интересного будет. И более напряженно будет, но это 100%. Саша права, бо вже наступного тижня мандрівничків чекає найспокусливіше випробування усього сезону. Сніфутболку для мене.